Так, всем привет. Мы продолжаем проходить FNAF, там, седьмой, что ли, блин, какой-то. Help Wanted, короче, этот Wanted. Вот, погнали, в принципе, проходить. В прошлый раз довольно неплохо пробежались, по-моему, 3 из 4 прошли ночи за полчаса, что, кстати, очень даже не очень. Очень-очень, вот так. Вот, мы четвертую не прошли, насколько помню. Эти три прошли. Потом, значит, FNAF 1, FNAF 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 FNAF-ов? Серьезно? Ладно, давайте четвертый включаем. И погнали, в принципе. До 6. В принципе, в прошлый раз было довольно просто. Не знаю, я сегодня хочу две серии записать, потому что у меня прям... Чё? Так, кладем. А, я почти прошел его, я вспомнил. Я вспомнил. Меня чуть-чуть не хватило. Прям чуток. Энергия опнулась тогда. Ну, в принципе, не должно быть ничего сложного, наверное. Ага, ребятки ушли, медведь стоит еще. Так, лиса почти вышла. Все, до свидания. Медведь стоит еще. Их вообще слышно обычно, как они идут? Медведь пошел. То есть его посматривать уже надо. А, лису забыл глянуть. Лиса почти готова ранить. Что-то никто не атакует. Пока вроде окей. Окей. Ух, она бежит. Нормально. Где грёбаный медведь? Ушел. Ну, не медведь, а этот. В смысле, ее ж тут нету. Медведь приперся. Это как так? Тут его нету. Пиздёж какой-то. Ну, пиздёж же. А чё с лисой? Лиса на первой стартовой. Что-то на самом деле не особо understand'ю. Понятно. Чё с лисой? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Лиса почти готова бежать. Как мы знаем, почти не считается.
Я не успел нажать на кнопочку. Я не успел нажать. Я тыкнул уже на мышку, но было уже чуть поздно. Блин, я бы прошел, у меня там энергии еще до хрена было. Обидно. Ладно. Стараемся выиграть. Два раза уже проиграли на эту ночь, хотя вроде все легко. Гораздо все проще. Ну и чё ты встал? Мишка пошёл. Вот шкатулка сломалась. Медведя же можно просто контролить, типа вот так вот фонариком тут светить. Ну, светом, точнее, не фонариком. Что-то у меня энергии мало. Ю. Никого же нету. Ладно. Энергия вообще ушла куда-то. Хотя 35% на 2 часа. В принципе, неплохо. Когда он ржет, значит он перемещается же, получается, да? Это где? Ага. Ого, он прям пришел. Добрый вечер. Ребят, давайте вы свалите, у меня энергии мало. 5 часов, в принципе. Да ты задрал. И долго тут будет находиться. Он не уходит. Но у меня пизда.
Я делал все правильно, не хз. Алло. Что за бред? Я же ничего... Я закрывал дверь, только надо было. Мне энергии должно было хватать. Ну бред же. Я не брал трубку, замолчи. Hey, listen, блин. В смысле, там тут кто-то кидается? Медведь пошел. Не вижу вообще смысла камеры трык-трык-трык-трык-трык. Свет проверяешь и все. В принципе, это работает. Лиса, кстати, готова почти бежать. Они так медленно передвигаются, это просто пиздец. Бежит как раз. Здорово. Ну все норм. Только у меня энергии уже ни хрена нету. 3 часа, у меня 50% до сих пор. Уже, точнее. Ну, вроде легко. Игра вроде легкая. Просто иногда как-то странно. Ну, типа, как это? Как это? Хватит ныть. Все нормально. Но энергии уже нету. Я бы что сделаю? Я ничего не сделаю. Зашибись. Ну все, дверь закрыта до конца. Вот эта справа, которая. Единственный вариант, и у меня есть идея по поводу... Дольше не закрывать, когда они идут. Это единственный как вариант. Ну это все, это конец. Я тут проиграл. Ты, может, уйдешь? О, повезло.
повезло, повезло. Но я проиграл. Я хв. Что за хрень? Почему я не могу это пройти? Давайте ждать, пока он в упор подойдет. Вот прям, давайте так. Не возьму твою трубку, отстань. Убираться надо все-таки. Я чики, она в мусоре любит ковыряться, я вот она кидает там. Oh no! Oh no! Медведь пошел. Мне его надо найти, да? Но медведя не могу найти, его тупо нет. Сейчас. Что это было сейчас? Вот сейчас бы уже был бы 3 часа, было бы неплохо. Вообще-то подозрительно. Нет, погоди, тихо. Вот сейчас. Да уходи давай. Ну, 3 часа опять нету. Ну, 5% у меня запаса. Потому что вначале я ни хрена не делал. По-моему, он там как-то реагировал. Не помню, как он реагировал. Процентов просто сожрал. Идиот. Бля, ну все. Все, он будет тут вечно стоять. Он тут пожизненно поселился. Что это такое, СВЧ? Ну, откровенно говоря, у меня энергии до хрена.
20% на час. Ну, на самом деле, это не так уж и много. Ну, тебе похер вообще. Ты задрал. Как неожиданно. Нормально так, да, хорошо. Мне просто лиса 5% сожрала. Все, отлично. Наконец-то. Чудом, чудом прошел это. Что там? Опять я уехал за пределы кадра. Все равно уехал. Опять уехал. Сейчас поближе сюда сяду. Вот так. О, зашибись, все. Что это? Зачем мне... Что это за подарок вообще? Зачем мне это есть? Что это дает? Мы сильно постарались, чтобы создать достоверную виртуальную реальность. При возможности использовали отсканированные фотографии и оригинальные записи представлений. Да ты что? Ну типа там мы прошли, теперь второй FNAF. Но она легче, эта игра. Эта игра легче. It's Freddy 2. Что это такое? Эти мусор. Ага. Ага. Блин, как это неудобно. About the old location, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, faith. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, шкатулка не работает на первой ночи, да? Kind of criminal database, so they can это один ты камеры еще. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week with complaints about conditions. We switched him over to the day shift. So right? Mainly he expressed concern that certain characters seem to be around the time and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper time. Yeah. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. О, я понял, кружочек вот тот. Окей, все, сообразил. Ясно, понятно. А зачем мне камеры, в принципе, здесь? Я не помню. Я помню, что надо было шкатулку заводить, а для остального-то что? Потом долго заводится, очень долго. Пиздец, вот 3 часа болтает. Чел, давай ты это. Где мой фонарик может разрядиться? Где заряд?
Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Что это было? Они же все равно переработанные. То есть все равно нужно новую тактику искать. Наконец-то он заткнулся, я могу вот это сделать. А как закрыть-то? Фонарик может разрядиться, я не вижу заряда никакого. Фонарик, скорее всего, не может разрядиться. А, тут на лесу вот так надо светить, точно вспомнил. Если леса появляется, то... вот так вот, да? Офигенный кадр, там черный экран просто. Не, ну первый прошел-то, это да. Тут очень много времени дается на раздумье. То я заметил, так и повернулся, нажал маску. Это кто? Ладно, вторая пройдена. Две монетки я нашел. Что это? Есть? В смысле, есть? Чокин Хазар. Зачем это есть? Ему плохо стало. Блин, он каждый раз будет переключаться обратно. Ты серьезно? Ты серьезно? Ну, вторая, пошли. Там сейчас леса будет. Ее фонариком надо херачить. Оно вообще как работает? Да блин, я твою трубку не беру вообще. See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. By now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology. Я вообще не вижу проблемы, если честно. They were just so ugly, you know, and the smell. Что-то пахнет. Ну и покрову. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Фонарик не может разрядиться, хотя он говорил это. Слушай, listen. I'm not sure if the Freddy head trick хитрик, какой хитрик. Это он про свет, походу. Старой модели, вот как раз про листу, да. Ну пока я еще это опять тут, смотрите, просто берешь по кругу, так водишь, заряда никакого нет, просто херачишь вот так вот и все. Здесь еще Мангал или как там ее, я не помню, как сражаться.
think the frame ass will fool it. So just don't forget the music box. Так она в прошлый раз еще разряжалась. Sure, зачем только сейчас-то не... Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Что за звук был? До завтра, мужик. А? Вроде все окей же было. За маской хоть хреново видно. А зачем мне его выключать? Энергии никакой нет. Чё hello, где hello? Кто hello сказал? А чё надо-то? Мангл вон. Hello. А? Ебать! Серьёзно? Что с этим ебучим медведем делать? Вот что с ним? Он стоит и смотрит сюда. Ой! А, он типа неожиданно нападает, должен успеть надеть маску, что ли? Окси не любит. Это ерунда. Ты что несешь? О. Пока я не очень понимаю, зачем это вообще делали VR. Ты настоящий, Эм, теперь я уверен, что вы заметили старые модели, которые сидели в задней комнате. Нет, я ничего не заметил. Тридцать три минуты, кстати. Но это посложнее, вторая часть. Хотя хрен его знает. Я не помню, что делать с каждым из них. Пока я вот так по кругу двигаю кнопочки, и все хорошо. Медведев так не понял, что за прикол. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Медведям непонятно. That one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, я просто считаю, погодите. Flash your light at him from time. Ну это да, это все так. Those older models would always get disoriented with bright light. It would cause a system restart or something. Come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. That glitch might have carried over to the newer models, too. One more thing. Don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it, so just don't forget the music box. Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Что это за звук был? Кнопки какие-то неадекватные. Типа я на нее тыкаю, ей пофиг. Я не очень понимаю это. Ой, я уехал опять, да? Thank you.
Ну, вторую это пройду 100%. Так, это маска. Оно так долго заряжается, при том, что... Оно так долго заряжается, при том, что очень быстро разряжается, это странно. Что с ним делать? Вот что с ним делать? Все, встал. Что бы это ни значило. Маску одеть надо. Я не понимаю, что нужно этого медведя. Типа я маску одевал, он появлялся, да. Но... Он не работает сейчас. Балом тут? Прекрасно. А он концами заблокировал, что ли? Не заработало. Ни хера непонятно. Медведь ушел. Он просто такой, ну его нахуй. И куда-то ушел. Ну все, вроде, видимо, пройдено. Ай. 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 Странно выглядит, когда он бегает. А что медведь делает? Что делает медведь? Он просто пришел, посмотрел и пропал. А в прошлый раз напал почему-то. Ох, цифры, которые так неровно вырезаны какие-то. Я не знаю, чем ты есть. Are you having fun yet? Все еще веселитесь? Приятно это слышать. Веселье. Так, тройка, да. Типа медведь будет нападать. Сейчас о нем что-то расскажут, да? Ну давай. Я буду читать субтитры еще. Как определяется, какая кнопка тыкается вообще, что? Привет, привет, да. Это не очень интересно, давай мне... The staff literally had to put Foxy back together at the end of every shift. Eventually, they just stopped trying and left him as some kind of take-apart, put-back-together attraction. Now he's just a mess of parts. I think the employees refer to him as just the mangle. Oh, hey, before I go, I wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately. You know how these local stories come and go and seldom mean anything. I can personally assure you,
that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with Чел, that. Чел, что делать с медведем? It's just all rumor and speculation, people trying to make a buck, you know. Our guard during the day has reported nothing unusual, and he's on watch from opening till close. Okay, well anyway, hang in there and I'll talk with you tomorrow. Просто ничего не сказал. Ну ладно. Мангл мне тоже пока непонятен. Но может и не нужно будет его понимать. Медведь и мангл что-то странное. Ну типа... Hi. Чё? Да чё тебе надо? Hello. Так идёт. Я не знаю, что он делать будет, но ладно. Нет? Не нравится? Бибиссимо отсюда. Еще не 3 часа. Ушел. Просто ушел. Самый бесполезный аниматроник. Ну, в смысле, для убийства. Ну, типа, что он делает? Он ничего не делает же. Hello. Вот, это что, это светом его херачит? Ну здорово, что тебе надо? Чё? А, сейчас, секундочку. Блядь. Ушёл. Идёт синенький чувачок, окей, понял. Идет медведь. Нова. Что бы это ни значило. Идет желтая мадама. Я на всякий случай одену. Иди отсюда. Иди отсюда, говорю, медведь. Он не попадает по кнопкам. Я тыкаю на кнопку, ему пофиг. Не, не надо, хай. Ну и все, я выиграл. Видимо, это последняя атака была, кстати. Я не понимаю, что делает мангл, что делает медведь. Каким образом я от медведя проиграл второй ночи, но... Он ничего не делает, он просто приходит и смотрит. Это было легко. Что это? Эту штуку я видел, по-моему, в 7-й части. Она стояла там на заднем плане где-то. Она не ест, кстати. Что значит капля? Он исчез. Ну я его взял, и чё? Ничего. Ладно.
Осталась последняя ночь в этой вот втором ФНАФе. Ладно. Что могу сказать? Ладно. Последняя, так последняя. Нажмите на кнопку. Я не знаю, что это за кнопки. Почему их три? Почему в прошлый раз было две, а сейчас три? Да-да-да. Okay, so just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. We may end up having to close for a few days. Зашибись, отлично, что я могу сказать. I want to emphasize though that it's really just a precaution. Fazbear Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. It'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things, and I'll keep you posted. Just as a side note though. But try to avoid eye contact with any of the animatronics inside if you can. Someone may have неприятная эта дрожь такая. Очень неприятная. The characters have been acting very unusual, almost aggressive towards the staff. They interact with the kids just fine, but when they encounter an adult, they just stare. Не ври, что там нету. Иди отсюда, давай. Сейчас, секунду. Ты здесь? Да, ты здесь. Теперь на каком кнопке блокирует? Он типа прям берет что-то делает с ними? Там эта синяя херота была. Этот кролик зашел туда, а тут сказали hello? Так, идет. Идет в растопырку. Да ёпта. Ты понимаешь, что мне надо шкатулку завести? Так я же нажал кнопку, что за херня? Просто кнопки иногда не нажимаются. Здесь что, нажимается медведь? Что? Что с ней? Не знаю, что с мангом делать. Я потыкаю. На всякий случай так сделаю. О, ни хрена себе. Повезло-то. Тихо! Звук, кстати, очень помогает. Ты, может, ничего не увидел, но звук помогает обнаружить будто что там есть. Не знаю, что это такое, я нажму. Какие-то стеклышки, блин. Где отсюда? Медведь, если заходит внутрь, ты его надо трогать, да, так я понял? А если не заходит, то и как бы поебать. Опять медведь идет. Не врите, там нету. Hello. Hi.
Кто там? Я на всякий случай потыкал. Он ушел. Все нормально. Это что, это маска? Вторая, короче, часть очень легкая оказалась. Я даже не знаю, что делать, сам он прошел. Это на минуту надо заканчивать, но мы сегодня гораздо больше прошли, чем в прошлый раз. К слову. Шарик будет жрать? А, он все, он больше ничего не ест, да? Зачем мне это надо? Окей, взял. Ну и все, получается третий ФНАФ. Ну, давайте посмотрим, как он выглядит, может быть, нет. 52 минуты. Давайте глянем, ладно. Давайте глянем. Кстати, а что мне время показывать неправильно? ФНАФ 3, по-моему, был очень легкий, и у него был баг раньше. Да чё? Сюда, понял, окей. А что такое? Ошибка видео, перезапускаем видео, да? Очень хреново работают кнопки, прям. Я еще не знаю, как его где искать вообще сейчас. Он вообще работает в данный момент? Это молния. Что? Так, он что-то сдвинулся, да, походу? Там шипение было. Чё? Ну, это пока объясняет, что да как делать, походу. Но, походу, он очень сейчас неактивный, и ему похер, то, что я тут делаю. Камер, конечно, просто ёбнешься, просто дохренище. Но смотрите-ка, надо, короче, его загнать куда-то вот сюда, тут нету входов, никаких вентиляций. Есть что его туда перегонять. Или это вход вентиляции вот это вот. Ничего не понятно.
Вот сюда звуку подавать надо, вот сюда. Здесь вентиляции, походу, нету. Блин, не дали посмотреть. Ну ладно, давайте там закончим. В принципе, мы прошли довольно много. Сколько получается? Раз. 6 левелов прошли. 6. Охренеть. Много. Плюс мы знаем уже приблизительно что-то, как играется. О, это съедобно. Сейчас я буду рассказывать тебе историю. В смысле? Мы на FNAF 3. Какие-то темные комнаты, что это, блядь? Запчасти, ремонт. Видимо, вентиляция. Ночные ужасы. Мы третий FNAF уже почти прошли так. Ну как почти? На четверть. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры, саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.